Выпускные закончились, пора бы задуматься о поступлении. Одна из самых популярных сфер последнего десятилетия – IT. Сейчас молодых специалистов по всей России интересуют перспективные и высокооплачиваемые специальности. Количество бюджетных мест значительно прибавилось на эти направления, особенно в АГУ. Цифровых направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в университете порядка 30. Большая часть разработана вузом в рамках программ «Цифровая экономика РФ» и программы «Приоритет-2030» в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России. Почему программирование так покорило твое сердце, что ты решил поступать? Так скажем, перспективы на будущее, то есть относительно большая зарплата идет у программистов на сегодняшний день, и многие льготы от государства идет. В АГУ профессионалов в сфере IT готовят сразу в нескольких институтах. Один из них – Институт цифровых технологий, электроники и физики, специализирующийся на естественно-научном профиле и информационно-коммуникационных технологиях. В этом году более 220 бюджетных мест институт предоставляет для поступления. Студентов учат здесь работать с оборудованием, языками программирования, а также информационной безопасности. Мы видим, как востребовано это направление, и мы видим, как востребован еще не просто вот бакалавриат, да, магистратура, а еще востребовано дополнительное профессиональное образование, которое мы тоже реализуем в институте. Это ДПО, это переподготовка для тех, у кого нет базового образования в области информационной безопасности. Еще один из востребованных институтов в АГУ – Институт математики и информационных технологий. Здесь студентов учат разрабатывать новые методы и алгоритмы для инновационных программных продуктов. В этом году бюджетных мест в институте более 300. Это примерно в 2 раза больше, чем 3 года назад. Мы работаем с индустриальными партнерами в регионе и в Российской Федерации, которые обучают наших студентов и, в частности, трудоустраивают к себе в IT-компании. Мир стремительно изменяется, и гражданам требуется образование в сфере IT для работы с новыми, с большими данными, с искусственным интеллектом. Кроме того, у каждого студента АГУ есть уникальная возможность усилить свои цифровые навыки. Здесь создана система дополнительного IT-образования для обучающихся любых направлений под названием Digital App. Только в 2022 году 1000 студентов вуза бесплатно получили дополнительную IT-квалификацию. У абитуриентов цифровые специальности в АГУ пользуются спросом. Достаточно большое количество заявлений, на данный момент более 1200. Всего в АГУ почти 3000 бюджетных мест, но с заявлениями стоит поторопиться. Прием документов для бакалавриата и специалитета заканчивается 25 июля, в магистратуру 16 августа. Подать все бумаги можно очно, по почте, через госуслуги или личный кабинет абитуриента АГУ.